Ненецкий округ готовится к годовщине вывода советских войск из Афганистана. По распоряжению губернатора Игоря Федорова создан организационный комитет и утвержден план мероприятий, посвященных памятной дате. Они пройдут в Нарьян-Маре 15 февраля. Именно в этот день, 25 лет назад, последние советские войска покинули Афганистан. В образовательных учреждениях Ненецкого округа накануне памятной даты пройдут тематические вечера, уроки мужества, конкурс сочинений для школьников «Солдат войны не выбирает». Также будут изготовлены мемориальные доски в память о погибших. Их установят там, где жили павшие. В Усть-Каре, Великовисточном, Нижнепёше, Амдраме. 15 февраля в Нарьян-Маре пройдет митинг на Аллее Славы у мемориала, установленного в честь участников локальных войн и вооруженных конфликтов. На торжественном мероприятии будут присутствовать участники локальных войн из сел, родители погибших ребят, близкие родственники. В этот же день в КДЦ «Арктика» состоится торжественное мероприятие, посвященное этому событию. А вечером воины-афганцы, их близкие, представители общественности и органов власти соберутся на торжественный вечер, где вспомнят подвиги земляков, выполнявших по приказу Родины интернациональный долг.